Житель Ялты благодаря дагестанца Мурада Бурзиева, спасшего 11 человек во время недавнего потопа, в котором пострадало больше полусотни человек. В ледяной воде Мурад пробыл более 2 часов. Не имея никаких подручных средств, кроме веревки, он буквально вытаскивал из воды людей. После дагестанец приносил жителям Ялты сухую одежду и поил их чаем. Свой поступок подвигом дагестанец не считает. По мнению Мурада, так поступил бы каждый. Под постами в соцсетях о геройском поступке ялтинцы просят представить Бурзиева государственной награде.